Привет, я Фрости Темплар, и это «Любовь, деньги, рок-н-ролл». Я про нее не забыл, я про нее помню, мы ее обязательно пройдем, поэтому не переживайте, все у нас с вами будет. Давайте продолжим, если честно, я не помню, на чем мы там остановились, так да ебаная ты волосишка. Не помню, на чем мы с вами остановились, но в целом, приблизительно, я думаю, что-то всплывет по мере прохождения игры. Ну а ты, не помнишь, что было в прошлой серии, ссылочка, плейлист, комментарий, подписался и все в таком духе. А давайте продолжим. Погнали. Так, мы пришли в бар. Да, Вить, в бар пришли. Подожди. Да, все правильно. Мы пришли в бар. Правда, не помню, воспоминание это или нет. По-моему, это уже не воспоминание, поэтому все должно быть взаправду. Здорово, Колян, здорово, заходи. Давненько я тебя не видел. Бармен сегодня просто такие само радушие. Да, я пообедать зашел. 7 минут, сейчас все будет. Сейчас сварганим что-нибудь будешь обедать, будет вкусно, будет замечательно. Он, как всегда, был не прочь поговорить, но гостей оказалось больше обычного, и ему пришлось вернуться к работе, как только принес мне заказ. Я с аппетитом уплетал рамен, опять этот доширамен, и в который раз отметил, что он в целом не хуже, чем в настоящей японской раменной. Доширамен, ебаный ты волос, блять, сука. Несмотря на все причуды характера, бармен свое дело знал, тут ему не откажешь. Единственное, давно пора убрать этот мерзкий колокольчик над дверью. Его звук не просто меня раздражал, от него буквально натягивались, как струны, все нервы внутри. Ебучий колокольчик. Между тем в бар вошла та, кого я ожидал здесь увидеть меньше всего. Саетян с одноклассницами. Ой, давненько не было Саетян, поэтому я думаю, что надо с ней сейчас мутить. Она огляделась, видимо, выбирая столик, заметила меня, что-то шепнула подругам. Это вот он, я на него сок пролила, да. И решительно направилась в мою сторону. А, стой, Саятян, это не та, это та Саджисама. Саятян, это подружка Химицу. Да. Какими судьбами? Это я у тебя должна спросить, Анохин-сан. Она достаточно бесцеремонно села напротив и грозно посмотрела мне в глаза. Чего? Че, опять прическа, что ли? Да нет, вроде бы все окей, что-то. Че ты грозно смотришь? Да блять, волосинка. И съебись куда-нибудь сюда, вот так вот, а-ра-та-та-та, вот съебался. А что я, пообедать вот зашел? Тут, кстати, отличный рамен, я рекомендую. Мне было явно некомфортно в ее присутствии, и я даже толком не знал почему. Может быть, из-за всех тех воспоминаний. Кэтрин тогда верно сказала про Химицу, и мне, видимо, опять стало стыдно. А тут еще эта Сая. Но в школе тебя сегодня не было. Следишь за мной? Польщен. Не надо придуриваться. Ну и ты рановато, судя по часам. У нас уже закончились уроки, если тебе интересно. О, даже так? Вскинул я брови. Конечно, мне это было совершенно неинтересно. Мне было насрать на тебя, на Саютян. И мне важна только Кэтрин и Саджисама. Все. Хотя Кэтрин нам тоже не особо-то важна. Она нам никуда не уперлась. Химицу волновалась за тебя и ушла домой. А что за меня волноваться? Вот он я. Анохин-сан. Да просто ник, говорил же. Эти формальности именно от нее меня почему-то особенно коробили. Анохин-сан, ты понимаешь, о чем я говорю? Нет, не понимаю. А даже если понимал, то мне кажется, это не твое дело. Беспокоиться за подругу — это вполне мое дело. И не возразишь. Как бы там ни было, ты не знаешь всей специфики наших отношений. И не вижу ничего специфичного в отношениях, которые причиняют боль одной из сторон. Это называется абьюзерство. Ну, коли да, абьюзер еще тот. Арбузер. И я закусил губу и отвернулся, даже не пытаясь скрыть раздражение. А теперь еще и эта иностранка. А что с ней? Я тут же вновь посмотрел на Саю и скрипнул зубами. Но она сохранила спокойствие. Как вовремя она вернулась. Теперь в твоей жизни на Химицу совсем времени не останется. Вот это уже точно не твое дело, знаешь ли. Не лезь-то ты туда, куда не просят. Любопытный Варваре твой короткий нос оторвали. Так что не лезь туда, куда не надо. Значит, ты и не отрицаешь. Я не намерен вступать с тобой в бессмысленные споры. Со мной ты не надо. Подумай лучше о Химицу. Я думаю, понятно, думаю.
Чуть было не добавил постоянно. Что ты вообще знаешь? Вздохнул я и жадно покосился в сторону полки со спиртным. Ну да, 2 часа дня, самое время. Ухмыльнулась Сая. Знаешь, как говорят, выпил с утра, день прожит не зря. Оказывается, она еще и весьма наблюдательная. Конечно, умом я понимал, что в ее словах есть немалая доля правды, но согласиться я с ней не мог. Даже сам для себя. Тебя слушать уши завянут, а накачу, и все покажется не таким уж и печальным. А бармен, чоп-чоп, иди сюда. Ты просто неисправим. Может, поэтому я и химицу и нравлюсь. Такое тебе в голову не приходило? То есть ты знаешь и все равно продолжаешь так себя вести? Расслабься, я просто прикалываюсь. Есть вещи, с которыми шутить нельзя. Ханжеством, извини, не страдаю. Как и совестью, похоже. Ну да, где-то мой сверчок... Джереми, вот этот вот... моя совесть, в общем-то, чиста, моя совесть где-то заперта. Нет, серьезно, что ты хочешь услышать? Почему ты себя так ведешь? Да это не твое дело, уже сколько раз тебе говорить надо было. Не твое дело, и все. Ты кто мне? Личный психолог? Или родственница? И даже хрен бы с ним, ты же постоянно химицу на мозги капаешь, какой я подонок! Сая заметно изменилась в лице, нахмурилась и как будто даже прибавила пару лет. Будешь довольна, когда мы поссоримся? Думаешь, химицу будет от этого лучше? Да и откуда ты вообще знаешь, что для нее лучше? Ну ты сколько с ней знакома? Год? Два? А я 10! 10 чертовых лет! Это до хрена времени! Я развел руки в сторону, показывая, сколько именно. Это вот столько. Ага. Ты больной. Повезло же химицу связаться с таким козлом. Иди отсюда, а! Бармен, налей что-нибудь. Она вставила и направилась за столик к подругам. Приперлась такая, выебывается тут на меня. Ни за что, ни про что. Как ей дать в бубен, как пиздюль местный. И все, и хорош. Иди, иди. У нее хоть козел есть, а у тебя только овцы. Бросил я ей вслед. На самом деле Сая не сказала ничего нового, и не было повода на нее обижаться. Я скорее был зол на самого себя, девочка просто била по больному месту. Но очень метко этого не отнять. Между тем одноклассницы химицу не спешили. Допив молочные коктейли и доев мороженое, они сидели и трепались о всякой фигне. Я изредка бросал на них недовольные взгляды, но Сая, похоже, намеренно меня игнорировала. Если честно, мне просто тяжело было встать и пройти мимо них к выходу. Тем самым я как будто признавал свое поражение, бежал с поля боя. Глупо, но факт. Я продолжал сидеть до победного и успел полностью сгрызть палочки для еды. Наконец, честная компания поднялась из-за стола и собралась уходить. Ну и слава богу. Сая на прощание посмотрела на меня и скривила ехидную гримасу. И сама такая, иди отсюда. Наверняка думает, что победила, да сейчас? Да хуй даны, ты победила, ага. Уф, Колян, кто это был-то? Ко мне тут же подскочил бармен. Ты мне налил, кстати? Нет, я тут сижу, палки грызу. Ну ты что, налил бы мне чего-нибудь выпить, жахнуть, бабахнуть? Ну ты знаешь, ты же бармен. Если бы сейчас ведьм сжигали на костре, я бы обязательно написал на нее донос инквизиции. Так это... Подруга химицу, не более. Понимаю. Изрек он... Да что ж такое, глубокомысленный и сел рядом со мной. Хотя нет, не понимаю. Может, оно и к лучшему, знаешь, ну... Меньше знаешь, крепче спишь. Меньше понимаешь, легче живется. Я расплатился и вышел из бара. Я никак не мог вернуть душевное спокойствие после той выволочки, что мне устроила Сая. Иногда ты понимаешь, что не прав, даже где-то в глубине души признаешь свои ошибки. Но как только кто-то тебе на них указывает, начинаешь яростно сопротивляться. Может, это неправильно, может, и не надо было сопротивляться. К концу подходил еще один безумный день. День, пердень. Я попал под дождь, пока шел домой, и на кухне валился в расстроенных чувствах. И тут же нарвался на укоризненный взгляд химицу. Да что ж ты забыл-то мне в хате-то, а? Никакун, мне, наверное, нет смысла спрашивать, где ты был. Наверное, нет. Согласился я. Я старался не грубить и прошел мимо нее. Надо помыться, а то заболею. Ну ты подождем, помылся. Когда я вышел из ванной, на столе меня ждал горячий ужин. И все же терпению химицу остается только позавидовать.
Не каждая бы такого, как ты, смогла терпеть столько лет. Вот это про Колю и Химицу. Лучше не скажешь. О, на превью пойдет. Ну подожди, на превью, на превью. Прости, что я сегодня пропал. Надо было подумать. Хорошо. Что ж хорошего-то? Хорошо, что ты подумал. Да? Ну ладно. Я, кстати, Саю Тян днем видел в баре, прикинь. Вот как? Спросил Химицу без особого интереса. Должен сказать, что она... странная, да, странная. И ей не помешало бы не лезть ни в свои дела. А куда она лезет? Это тебе, наверное, виднее. Не знаю, что она тебе говорит обо мне, но... Никакун, я ведь сама за себя решать в состоянии. Скучающим тоном сказала она. Конечно, я ничего такого не имел в виду, просто... А, ладно, я ей не утверждаю, что мне должны нравиться все твои подруги. Ну вот и славно. Какое-то время мы просидели в молчании. И что же ты все-таки надумал? Это связано с Кэти Тян? Не-не-не-не-не-не-не-не-не, какая Кэти Тян? Никакой Кэти Тян нет, ты что-то... Нет! Мне казалось, что Химицу буквально взорвется от любого упоминания о Кэтрин. Просто хотел проверить, следят ли за мной. И что? Следят? Она тут же испугалась. Не знаю даже, если и следят, то делают это очень умело. Действительно, советская разведка, равно как и другие игроки, никак себя не проявляла в последние два дня. Небольшой срок для далеко идущих выводов, но все же возможность сделать некоторую передышку. Только чтобы еще сильнее погрузиться в свою личную драму. Почему-то наш любовный... треугольник назвать мелодрамой у меня язык не поворачивался. Может быть, сюда неплохо бы подошел термин... трагедия. Господи, этот Коля Николай, который не сидит дома и везде гуляет, он все сильно и сильно усложняет. Вот почему так надо усложнять? Все же достаточно просто. Нравится? Подошел, сказал, ты мне нравишься. Это я хороший мужик, ты хорошая баба, и все. И что ты думаешь? Про Кэтрин забыл, про остальных забыл. И тут выбор или Химицу, или богатая Саджи-сама. Тут на самом деле пока что выбирать не приходится. У Саджи-сама вот столечко контента, у Химицу вот столечко. Пока что сложно судить, с кем мы будем в конце. Думаю, что пока нам кое-как удается не привлекать лишнего внимания. И есть шанс, что все на этом и закончится. Я очень надеюсь. И я. А то уж надоели все эти потрясения. Химицу пристально посмотрела на меня, но ничего не сказала. Ужин был очень вкусным, кстати. Спасибо. Значит, вы, Саитян, обо мне говорили? Да вроде как, но ты же... Ты знаешь эту Саитян лучше меня. Знаешь все, что она может мне сказать. Наверное. Никакун. Она на самом деле неплохая, просто сытая и глухая. Просто иногда немного, ну, риска в словах. Но это не со зла. Благими намерениями, знаешь, выслана дорога в ад. Хотя в ее случае она потом работала швейцаром, встречая вновь прибывших. Химицу засмеялась, но быстро спохватилась и надулась. Ну! Нет, я серьезно. С другой стороны, ей можно предложить работу Харону. Всяко веселее оригинала. Будет по дороге развлекать пассажиров своим ворчанием. А то Харон молчит, гребет и молчит. Представляешь, Саютян в балахоне? Я натянул полотенце на голову и скорчил гримасу. Никакун, хватит! Она продолжала смеяться. Я вскочил с кровати, подбежал к ней и накинул полотенце на лицо. И задушил. Вы обрекаетесь на вечные муки ада за то, что пережарили тофу. Так, что такое тофу? Ну, я догадываюсь, что такое тофу. Я, правда, его мало ел, но я думаю, что я знаю, что такое тофу. Это что-то вроде сыра без вкуса, наверное, да? Соевый творог. А, это творог, а я думал, это сыр. Ты прикинь, я думал, что тофу это сыр. Ну, такой квадратиками в мультиках показывали, я видел. Пищевой продукт из соевых бобов, богатый белком. Никакун. Но Химицу продолжала отчаянно сопротивляться и оттолкнула меня. Я не устоял на ногах и завалился на пол, увлекая за собой. «Ах, вот как смертная! Вам хватает храбрости противиться воле Аида!» Некоторое время мы боролись, и вскоре я оказался сверху Химицу, крепко сжимая ее руки. Ну, еще положенница и просто так, но в данном случае оно усугублялось тем, что Химицу раскраснелась и тяжело дышала, а ее волосы растрепались. А что-то будет. Мы одновременно замолчали, она перестала смеяться. В наступившей тишине было слышно лишь, как часто бьются наши сердца.
Я даже задержал дыхание от напряжения. Никакун, я хочу. Я знаю, что ты хочешь. Неизвестно, будет это или не будет, но возможно. Я не стал ломать комедию и уточнять, чего именно она хочет. Просто ничего не ответил. Химицу лежала все так же неподвижно. Что бы сейчас ни случилось, она точно не будет проявлять инициативу. Но как назло, я вновь вспомнил о Кэтрин, про тот день в парке 2 года назад. Да в пизду эту Кэтрин! Не могу я так поступить по отношению к Химицу. Сначала мне необходимо разобраться с собой и с тем, что я чувствую каждый из них. Я отпустил ее руки и упал на пол просто рядом. Прости. За что ты извиняешься? Тут же весело спросила она. Я хочу тебе напомнить, что завтра в школу. Да, конечно, хочешь ты мне напомнить, что завтра в школу. Да, сейчас. Нашла дурака. Химицу больно ущипнула меня за бок. Ай! И все же я благодарен ей за чуткость. В последнее время что-то как-то язык заплетается, запинается, непонятно к чему это. Непонятно, с чем это связано. Благодарен помимо всех тех вещей, за которые я перед ней и так в долгу. Это война! Не надо войны. Я схватил подушку. А, такую войну можно. И как ей пиздюль местная-то подушка? Как, дал? Обессиленные мы лежали на кровати и отдыхали. Шел 9-й час. Уже так поздно? Неожиданно спохватилась Химицу. Да вроде не особо-то и поздно, 9 часов, еще даже спокойной ночи малыши не закончились. Мне еще уроки на завтра надо сделать, а там много задали, а я кое из-за кого весь день на нервах, не до того было. Интересно, из-за кого же? Все, я ухожу. Иди. Она ушла. Она показала мне язык и вышла. Когда я остался один, то глубоко вздохнул и меня тут же накрыло, да как обычно. Без прелюдий и предисловий. Я ведь мог. Что же я делаю? Чувство вины нестерпимо жгло изнутри. Ему вторило разбитое сердце, делая мое существование буквально невыносимым. Я как будто задыхался и горел, словно наяву попал в тот самый ад. И находиться в полной тишине и одиночестве было решительно невозможно, поэтому пойдем в бар. Клуб! Быстро шлепая по лужам, я добрался до клуба. Конечно же, клуб. Началось. Сознание включилось. Вот это сейчас будет месиво. Я сидел за столиком, плотно заставленными пивными кружками, шотами и роксами, утопая в клубах сигаретного дыма. Мысли путались, но главной цели я добился. Удалось кое-как успокоиться. Даже таким способом, нажравшись до беспамятства. На сцене играла какая-то группа, но я был просто не в состоянии вслушиваться. Они ритмично гудели. Ну и, в принципе, звук из колонок мне хватало с лихвой. Вдруг ко мне за столик подсел незнакомый парень и начал быстро говорить. «Ты кто такой? Ты бандит, что ли? Адидас надел? Чего ты? Чего ты хочешь-то?» Впрочем, скорее просто раскрывал рот, как рыба в воде. «А? Что? Ничего не слышу!» Я пододвинулся ближе. «Приятно тут увидеть европейца, говорю!» Сказал он по-английски. Я даже не сразу обратил внимание, что он не японец. Да, конечно, их же так сложно отличить. «А, да, да! Ты откуда?» «Да тут рядом живу!» «Нет, я в смысле из страны какой!» «СССР!» Ответил я не сразу. Мое восприятие действительно было изрядно затуманено алкоголем, но все же не стоит рассчитывать, что Кобаяши Корпорейшн и КГБ внезапно отступят. «А я...» Он сказал, откуда он, но я не услышал, да и переспрашивать не стал. «Так откуда ты? Ну, давайте порассуждаем, давайте включим дедукцию. На нем спортивки. В целом спортивная куртка, белая футболка, обычные волосы, вроде бы ничем не примечательны. Ты тоже из СССР?» «Эд!» «А нет, из Америки». Парень протянул мне руку. «Эд, что? Зовут меня Эд, а тебя как?» «Да Ник!» Я ответил на рукопожатие. «Часто здесь бываешь?» «Ну, знаешь, случается». По виду ему было слегка за 20, и вообще Эд обладал совершенно обычной внешностью, которая ни хрена не запоминается. Ну да, был бы тот зеленоглазый паренек, вот это да, вот это кайф, но мы все равно волос поправим. Вдруг он придет, а у нас волосы плохо уложены.
Завтра на допросе я не смог бы отметить ни одной характерной детали. Ни длинных волос, ни огромного носа, ни шрамов или бородавок. Можно сказать, очень подходящая внешность для шпиона. Или разведчика, смотря с какой стороны мы находимся. А я вот в туре с любимой группой! Он прокричал название так громко, что даже перебил жужжание гитар, но я ни хрена не смог разобрать. Они сегодня хедлайнеры! Ага! Окей! Во! Похоже, он все-таки не шпион, а обычный фанат музыки. Я прокинул любезно предложенную Эдом стопку виски, потом еще одну, и этот парень вмиг стал мне казаться отличным человеком. Слушай, Эд! Язык мой заплетался, но пьяный пьяного всегда поймет. На одной волне, как говорится. Вот у тебя кто-то есть? Ну, в смысле, ну, девушка там, баба, парень, ну, кто-то есть? Да, жена дома ждет. А, жена уже. Ну, ладно. Жена? Все так серьезно? Понимаю. А у тебя? А у меня? Сложно все. Я вздохнул и выпил залпом полбокала пива. Ага, виски и пиво. Молодец, завтра будем блевать. Ой, от горшка не отойдем. А черт его знает, что у меня. Может быть, даже две. Ну, не в том плане, что две жены. Две девушки. Я не знаю, какую выбрать. А что тебе... Что тебе подсказывает сердце? Сердце? Да неужели все бывает так просто? Только в книжках. В тупых книжках, ага. Ну хорошо, тогда давай зайдем с другой стороны. Если выбирать из двух зол меньше. В каком смысле? Удивился я. Все-таки Эд казался потрезвее меня. При каком выборе ты потеряешь меньше всего? При каком выборе меньше пострадают остальные? А, ну если так вопрос поставить, то я даже не знаю. Кэтрин-то, конечно, без меня проживет. Жила же кое-как последние полтора года. А вот Химицу нет. Ну, я не хочу сказать, что она там руки на себя наложит, но хотя кто ее знает? Все настолько серьезно? С участием спросил он. Да нет, я просто в рамках дискуссии, понимаешь? Из того, что ты рассказал, кажется, что эта Химицу банально зависима от тебя. Да-да-да-да. Ну, все так и есть. Зависима? Нет, ты что, мы не это самое. Это такой термин в психологии. Ты, в свою очередь, зависим от Кэтрин. Во! Господи, Эд, где ж ты был-то? Надо было тебя в самое начало игры пихать. Объяснил бы этому дебилу. Вдолбил бы в его вот эту дебильную башку всю нужную информацию. Да не зависим я ни от кого. Ну, Калли, сам себе-то не ври, блядь. Во мне разгорелась обида. Я помочь пытаюсь, брат, не горячись. Давай лучше еще по одной. Так, а ну ладно, ну допустим. Что в твоей психологии предлагает делать в моем случае? Немного обдумав его слова, спросил я. Избавляться от зависимости. То есть избавляться, типа как в голливудских фильмах? Предлагаешь мне пристрелить Кэтрин? Я громко засмеялся. Ну Химицу тогда придется пристрелить меня. На самом деле ничего в этом не было смешного, особенно в моей ситуации. Ведь я действительно мог схватить пулю в любой момент. Есть ведь способы проще, например, пойти к психологу или просто поговорить с Кэтрин, сказать: «Кэтрин, иди нахуй с моей жизни!» Вот так вот и все. Психологу? Ты серьезно? И рассказать ему, что мать Кэтрин причастна к смерти моих родителей, а еще за мной охотится самая могущественная японская корпорация, но при этом я не могу думать ни о чем другом, кроме любви? Одновременно испытывать чувство вины перед подругой детства, которая находится со мной в зависимых отношениях. Коля, вот я обращаюсь к Коле. Если ты у себя в голове построил это предложение, и оно звучит очень логично, то это точно дорога к психологу. И лучше сейчас, чем потом. Потому что потом может быть поздно. Потом может быть не психолог, а может быть психиатр, который тебе дурку закроет и будет каждую пятницу тебе шприцы вкалывать. Нет, этого я сказать не мог. Хотя, может, и неплохая идея. Закроют меня в дурке. Там-то точно буду в безопасности. Ты все принимаешь слишком близко к сердцу. Делаешь из мухи осла. Слона. Что? Нет, ты, Эд, похоже, уже в дрова. Его ошибка меня порядком позабавила. Я отвлекла от тяжелых мыслей. Ну уж получше, чем ты буду. Ну надо думать, ты же старше. Хотя я стараюсь... стать достойным алкомарафонцем. Дело хорошее, только поаккуратнее с этим, а то до финиша можно и не дойти. До финиша мы все дойдем так или иначе, просто у всех дистанция разная.
Зал неожиданно притих, и спустя некоторое время из колонок заиграло вступление к известной песне. «О, а вот они! Пошли к сцене!» Я действительно знал эту группу, и поэтому еще больше удивился, что они выступают в таком заштатном клубе. А, я думал, это эти, клуб Z Feel Z, группа называлась, да, по-моему? Где Саджи Сама сидела, по-моему, да. А что, все, что ли? А петь? А, закончилось. Да что ты? В глаза мне лезет и все, не могу, я раздражает он меня. Когда выступление закончилось, я даже несколько протрезвел, но Эд тут же подошел ко мне с парой банок пива. На вот, попробуй, фирменное, с собой привезли. Я сделал несколько глотков, и этого как раз хватило. Концертный зал перед глазами поплыл. Знаешь, Эд, а ты крутой чувак. Ну вообще, жаль, что тут таких нет. Это, если хочешь, можем меня продолжить. Автопати, так сказать. Я бы с удовольствием, но мне надо еще помочь группе погрузить оборудование, все дела. Так давай я тоже помогу. Я попытался встать со стула и тут же рухнул на пол, после чего немедленно заржал. Ой, проблемы с навигацией. Следующие слова Эда прозвучали как будто издалека, как крик капитана, проходящего мимо в тумане корабля. «Ты посиди пока, мы тебя домой отвезем!» «Да я посижу, а чего бы не посидеть-то, посижу!» Я с трудом вскарабкался на стул и принялся искать, чтобы выпить. И, конечно же, быстро нашел. Как все поплыло-то. Как все запущено, как все поплыло, пиздец. Загрузка. 17.09.87. Хорошо. Ой, голова болеть будет. Ой, я прям представляю. Тазик, я надеюсь, подставили какое-нибудь ведро. Говорят, что нужно любить себя. Наверное, не для всех это так просто и кажется самым очевидным. Однако я точно уверен, что ненавидеть себя способен каждый. Для этого достаточно лишь накануне пить все, что горит, в количествах, несовместимых с жизнью. Я проснулся и некоторое время просто лежал, смотрел в потолок. Силясь понять, кто я и где я. Даже примерно не помню, как попал домой вчера ночью. Хотя правильнее будет сказать сегодня. Последнее мое воспоминание — это разговор с Эдом. Кажется, тогда уже было за полночь. А сколько сейчас? Часовая стрелка уверенно показывала на римскую цифру 1. Выходит, я спал около 12 часов? Почему же тогда чувствую себя так погано? Хотя, равновероятно, что дома я оказался значительно позже, чем я думаю. Головная боль и тошнота не позволили дальше валяться в кровати. Но как только я встал, мир буквально ушел из-под ног. Так что пришлось вновь лечь. Блин, вот эти вот заставочки, я сейчас сам вертолеты поймаю. И я задел ногой стол, и с него упал листок бумаги. «Никакун, нельзя так напиваться. Я тебя утром нашла в коридоре и еле дотащила до кровати. Зайду после школы. Уверен, ты будешь не в состоянии куда-то идти. Но даже если надумаешь, не смей!» Написано по-русски. Красивым, ровным почерком Химицу. В кои-то веки я с ней полностью согласен. Более того, буду настаивать на ведении сухого закона. «Да все вы так говорите с утра, пьянчушки, ага». Никогда больше пить не буду, вот это вот, нахрен мне это надо, ага. Потом неделька пройдет, и опять оп, оп, и все. Полчаса, проведенные в философской комнате, несколько привели меня в чувство. Хотя на самом деле нет, я просто смог более-менее ровно передвигаться по дому, и теперь каждый шаг не отзывался нестерпимым жужжанием в голове. На кухонном столе стояли цукемоно. Не рассольчик, конечно, но все полезно, что в рот полезло. А мне удалось их съесть без особого труда. Цукемоно. Японские соленья. Хорошо. Несколько часов восстановив баланс электролит в организме, я почувствовал себя лучше. Пусть и на короткое время. Да уж, на трезвую голову я понимаю, что вчера пил гораздо больше этого Эда. Пока он сидел одну кружечку пива, я успевал параллельно опрокинуть пару стаканов виски или пару-тройку стопок текилы, а у текилы, между прочим, 70%, там, ну, вроде как. Я не знаю, я не в курсах, но вроде бы как 70%, поэтому это ого-го. Разгонялся так, словно опаздывал на поезд. В ад. Эд, интересный парень.
Его слова заставили меня задуматься о многом, но истинный их смысл я начал понимать только сейчас. Конечно, если разобраться, он не сказал ничего нового, просто описал мое состояние коротко, парой хлестких и очень точных утверждений. Порой даже такой малости достаточно. Факты от этого не меняются, но помимо самих фактов, есть еще и их восприятие конкретным человеком. Объективный и субъективные уровни существования, борьба между восприятием и реальностью. Резкий звук дверного звонка молнией пронзил мой мозг, и головная боль тут же вернулась. «Ну кто там еще?» «Ой, кто ж там, а?» — сказал я достаточно громко и пошел открывать. На пороге стоял, конечно же, Кэтрин. Угу. «Вот так сюрприз!» — искренне удивился я. «Я не вовремя, как видишь». В туалете я успел посмотреть на себя в зеркало и был уверен, что все понятно и без лишних слов. Впрочем, Кэтрин и не удивилась. Смотря на нее, я вспомнил слова Эда про зависимость. И все-таки предо мной совсем не та девочка, что 2 года назад, и уж тем более не образ из моих грез. И признаться, сейчас я до конца не уверен, люблю ли эту Кэтрин. По крайней мере, люблю ли как раньше. «Ты без гостинцев?» Ухмыльнулся я и пропустил ее мимо себя на кухню. А то б я бы от баночки пива не отказался. Чего? Ну опять будешь мне на мозги капать? У меня серьезный разговор. Да, будет. Ну, без этого никак, Кэтрин. Ну зачем ты мне обязательно должна капать на ебучий мой мозг, блядь? Не так тяжело. Она просто пропустила мои слова мимо ушей. Села, закинув ногу на ногу. Слушаю. Просто так она вообще бы сюда, скорее всего, не пришла. Но сейчас и без лишних объяснений было видно, что дело важное. Я поговорила с мамой обо всем. О том телефонном разговоре, о тебе и твоих родителях. Она долго не хотела ничего объяснять, но я настояла. Если коротко, можешь больше ни о чем не волноваться. А если не коротко, а то, знаешь ли, звучит не очень-то убедительно. Она была раньше косвенно связана с работой твоих родителей. Ты же знаешь, что они работали над каким-то важным проектом, да? Я кивнул, хотя еще пару дней назад и понятия об этом не имел. Оказывается, там все шло не так гладко, и... Кэтрин замолчала, нахмурилась и отвела взгляд. «Ник, я понимаю, что тебя это может шокировать, но их подозревали в работе на русскую разведку». «Что?» Я расплылся в глупой улыбке. «Даже если это так, это повод их убивать?» Настала очередь Кэтрин удивляться. «Убивать? Нет, это же был несчастный случай. Просто сейчас всплыли некоторые вопросы, связанные с их работой. Мама все мне объяснила. И ты, конечно, ей поверила». Вздохнул я. «Вот сейчас баночка пивка мне просто необходима». «А почему я не должна ей верить?» «Действительно, если брать только факты, то слова ее матери неплохо согласуются со словами Ичиноса. Только вот у них разные вводные. Он обвиняет во всем корпорацию, а мать Кэтрин, скорее всего, пытается замять этот несчастный случай, спихнув вину на советских инженеров». «Ты не веришь мне?» «Скорее утвердительно сказала Катя. Тебе я верю, или точнее верю в то, что ты сама веришь в это, но у меня нет особых оснований доверять твоей матери, потому что... Стоит ли мне ей рассказывать про разговор с Ичиносом? Вряд ли это каким-то образом поставит ее под удар, но рисковать не стоит». «Сама посуди, как бы ты вела себя на моем месте?» «Я не знаю, я просто уверена, что мама на такое не способна». «Не способна на что?» «Строго говоря, я никогда и не обвинял ее мать в том, что она лично участвовала в убийстве моих родителей». «Косвенная причастность?» «Может быть». «Участие в проекте?» «Обязательно». «Но очевидно, что она не отдавала приказ». «В любом случае, я благодарен, что ты пришла, все рассказала, а теперь собирай манатки и сваливай». «А как же иначе?» – удивилась Кэтрин. «О, я думаю, тебе известно множество способов, как можно иначе». «Ты продолжаешь считать меня исчадием ада?» «Да ей это нравится, но он покраснел и улыбается». «Не знаю, то ли дело в похмелье, то ли в том, что у меня с глаз, наконец, спала пелена божественности самого ее существования. Но я воспринимал Катю как-то спокойнее, чем раньше. Скорее всего, она просто вела себя нормально, соблюдая хотя бы минимальную вежливость». «У меня просто нет оснований доверять твоей матери, но я тебя понимаю и не виню». «Еще б ты меня винил!»
или нет. Я согласна, что ситуация непростая, но если разобраться в тех словах моей матери, не было ничего такого. Конечно, если ты хочешь придираться к формулировкам. Да, уж с тобой привык этого не делать. Съязвил я, но Кэтрин, похоже, не обратила внимания на колкость. Причем тут его родители, они уже давно мертвы, и почему мы должны этим заниматься? Если он вам так интересен, то разбирайтесь с ним сами. Это вот ты считаешь ничего такого? Я же правильно запомнил ее слова? Они были как-то связаны по работе, я уже говорила. С другой стороны, если максимально все это забыть про личную заинтересованность, то какая-то логика во всем этом есть. И я вполне могу представить себе ситуацию, в которой миссис Винтерс вообще ни при чем. Но мне в это совершенно не верилось, и на то были основания. Ладно, я тебя понял. Сказал я сухо. Как бы там ни было, споры с Кэтрин ни мне, ни ей никак не помогут. Я рада. И я рад. Вали. Впрочем, особенно довольной она не выглядела. На секунду у меня даже промелькнула мысль, что Кате неприятно, что я разговариваю с ней так холодно и даже ни разу не заикнулся про любовь до гроба. Может быть, что-то еще? Нет, это все. Она встала, расправила юбку, внимательно оглядела мою кухню и сказала на прощание. «Приятного похмелья! Иди нахрен!» Проводив ее, я был даже горд собой, что смог проявить такую стойкость. Спасибо, Эд. Эд вообще как бы парень, что надо. Однако мне все равно понадобилось некоторое время, чтобы полностью переварить наш разговор. Часы пробили 4, а Химицу все не было. По логике вещей, она должна сразу после школы броситься ко мне. Наверное, я этого даже хотел. Вчерашний заплыв, по крайней мере, справился со своей задачей, притупил чувство вины, и теперь я мог спокойно смотреть ей в глаза. Почему бы тогда не проявить инициативу? Какую? Она же сказала никуда не выходить. И через минуту я уже весело названивал в дверь дома Химицу. Но открыла не она, а ее отец. «Николай, добрый день!» «Рюноске-сан». «Хорошо». «Добрый день, Рюноске-сан. А Химицу дома?» «Она вышла в магазин». «А, ну я тогда позже зайду». «Да ничего страшного, проходи, подожди ее тут, она скоро вернется». «Извините за беспокойство». Использовал я обычную японскую любезность. Может быть, это и немного, и не в моих правилах, но Рюноске-сан всем своим видом вызывал уважение. Высокий, как для японца, так уж точно. Всегда серьезный и как-то даже чересчур собранный. Он не тратил времени на пустую болтовню. Я даже не помню, чтобы он улыбался. Ой, как она живет-то, мило. Ой, у нее киса есть, смотри, у нее есть кисочка. А может... О, хвост двигается. Господи. Тихо. Говорю. Хвост двигается. Смотри. Давай. Ну давай. Ну киса. Киса. Во-во-во-во-во-во. Видел, да? Как у тебя дела, Николай? Спросил отец Химицу все тем же тоном. Интересно, заметил он мое откровенно помятое состояние? Очень надеюсь, что нет. Да все хорошо, а вы как? Он внимательно посмотрел на меня. Надо было пришить меня опять волосинку поправить, а то человек-то серьезный. Неуместный вопрос? У меня все в порядке. Слышал, кстати, ваша общая подруга вернулась в Японию. Кэтрин, кажется. Да-да. И совершенно не стоило Химицу об этом рассказывать отцу. Вот кому это нужно. Понятно. Неловкая пауза затягивалась. Рюноске-сан просто сидел на диване и смотрел на меня, не отводя взгляд, а мне было откровенно не по себе. Наконец, входная дверь открылась, и в прихожей послышались шаги. «Я дома!» Химицу появилась в гостиной с пакетами в руках. «Никакун!» Воскликнула она, но, увидев отца, тут же спохватилась. «Хорошо, что ты пришел. Подожди, я быстро!» И тут же бросилась на кухню разгружать покупки. «Не буду вам мешать!» Мы попрощались. Я кивнул головой, в этот раз попытался не перебарщивать с вежливостью. Когда за ним закрылась дверь, Химицу буквально набросилась на меня. «Никакун, не изволь же объясниться, что это вообще такое было вчера!» «Как раз для этого и пришел, а только не ори!» Я вальяжно раскинулся в кресле и улыбнулся. Она точно не ожидала такого ответа. «Молодец, конечно, но...» «Просто не выдержали нервы, надо было расслабиться». «И ты считаешь, что напиваться до беспамятства хороший способ расслабиться?» «Как бы там ни было, он сработал». «Смотри, чтобы не расслабился однажды так, что потом напрячься не сможешь». «Как она угрожает-то?» — мрачно сказала она и вернулась на кухню.
Скоро будем обедать. Есть я совершенно не хотел, да и не мог, но отказываться было никак нельзя. А ты когда вообще в последний раз в школе был? Ты хоть сам помнишь? Ну... Да... Во вторник. Во вторник? Проворчала она и положила палочки. Это стало сигналом, что я могу не насиловать себя. Солений с утра мне было более чем достаточно. Никакун, это ведь не шутки. Так никто и не смеется. Знаешь, как в анекдоте, когда я хотел стать комиком, надо мной все смеялись. Ну угадай что, я им стал, и теперь не смеется никто. Химицу вздохнула и покачала головой. Просто я в последнее время как будто не в себе. А вчера и сегодня задумался и, кажется, немного переосмыслил свою жизнь. И как? Успешно? Не знаю, пока рано делать выводы. Она, похоже, до сих пор обижалась, поскольку говорила меньше, чем всегда. А у тебя как день прошел? Как обычно, у меня все как обычно, Никакун. Может быть, я и не часто интересовался жизнью Химицу, точнее, той частью, что не связано со мной. Но как можно винить, если у нее постоянно все как обычно? То есть вообще ничего нового? Ну, Саятян сказала, что ты вчера ей прям нахамил. Ага. В своем-то глазу целый лес заготовил, вот этот вот, целый завод, комбинат. Не заметила, а на меня наезжает, конечно. Химицу улыбнулась. Но в этот раз она не так сильно ругала. Можешь быть доволен собой. Велико достижение. Если бы ты внимательно относился к людям... Да какое мне дело до твоей Саи вообще? М? Относись к окружающим так, как хочешь, чтобы они относились к тебе. А ты со всеми ведешь себя отвратительно. Ну с тобой же нормально. Это тебе только так кажется. Понятно. Тихо сказала Химицу. Что? Ну извини уж. Хотя надо признаться, ее слова меня задели. Нет, мне по-прежнему было наплевать, что обо мне думает какая-то там Саятян и ей подобные. Да я даже все понимал, что веду себя по отношению к Химицу как скотина. Но когда она сама об этом говорит... И вновь я вспомнил Эда с его прикладной психологией. Психоанализ ведь это, по сути, просто разложенный по полочкам мысль. По структуре и полностью упорядоченные. Попробуйте складывать в один большой ящик все свои вещи годами, и потом найти там что-то нужное за пару минут. А что вы готовите к школьному фестивалю? А она нам говорила. Какое-то кафе, по-моему, да? Какую-то кафешку они готовят. Неумело попытался я исправиться. Я ведь уже говорил, а я говорил, что она говорила. Ага. Кафе мы готовим. Я-то вот помню, что она говорила. Я помню, я слушаю ее. А Коля не слушает, Коля дурак. Мне тут же захотелось посмотреть на Химицу в форме служанки, но я промолчал. Будет вкусно, я уверен. Конечно, если ты будешь отвечать за кухню. Но другие девочки тоже умеют готовить. Но наверняка не так хорошо, как ты. Вот придешь и попробуешь. Обязательно приду и обязательно попробую. Давай, кстати, я посуду помою, что ли? Не надорвешься? Ну вот и проверим. Тебе все помыли, что ли? Интересно, как в каждом доме отличается... Просто кухонная раковина. Буквально всем краном и ручками, расположением слива, губками и тряпками. Вода лилась под большим напором, но при этом брызги не летели в разные стороны, как у меня. Да, современным домам не откажешь в продуманности. Может быть, сходим куда-нибудь? Я был все еще виноват перед ней за вчерашнее, и пару слов ничего не изменит. Нужно что-то более существенное. А куда? Отозвалась Химицу. Она уже включила телевизор и залипла в какой-то женский сериал. Можно просто погулять или в кино сходить. Хочешь в кино? Не знаю. Без интереса ответила она. А что там? Кино? Кажется, какая-то фантастика. Страшное? Химицу не любила ужастики. Я, признаться, тоже. Правда, немножко по другим причинам. Ну вот, сходим и увидим. Она сделала звук тише и через пару секунд весело сказала. Выбирай сам. Да в смысле выбирай сам? Пошли, хочешь? Нет, давай, поднимай жопу, пойдем в кино. С одной стороны, мне хотелось посмотреть новый фильм, но с другой я знал, что бывает с Химицу в кинотеатре, когда на экране появляется какое-нибудь чудовище из папье-маше. Простая прогулка была не столь опасна, но, конечно же, и не столь увлекательна. Да в кино пойдем? В кино, пойдем в кино, давно не были в кино, ни разу не были в кино с тобой, пойдем. Однако в кино принято молчать, а я сейчас не был настроен на разговоры с ним.
Проявить внимание и провести время вместе — это пожалуйста, но у меня никак не шел из головы утренний визит Кэтрин. Как будто ее больше волновали приличия, а не моя судьба. Как если бы мать отправила извиняться перед ребенком, у которого она отняла игрушку на детской площадке. Повинность, обязанность, подневольность. Кэтрин всеми силами пыталась продемонстрировать, что делает это не столько по своей воле, сколько по необходимости. И это на самом деле рождало только новые вопросы. Зачем ей так отчаянно доказывать свою невиновность? Ведь она ведь на варе и шапка горит. Никакун, давай все-таки в кино. Но если там будет ужастик, то пеняй на себя. Ну что ж, я думаю, что в кино с Химицу мы уже сходим в следующей серии. Ну а сейчас, как обычно, подписывайся, жми на колокольчик, обязательно ставь лайк, комментируй, если есть что сказать, что рассказать. Рассказывай обо мне своим друзьям, делай репосты. В общем, удачи и до новых встреч!